привет, ребята, это Вера. Лера. Это... Привет, ребята, Лера и я, Анатолий. Мы сейчас стоим на старте в Гудаури, Грузия, на высоте 2700 метров над уровнем моря. У Леры день рождения сегодня, и мы готовы лететь. Мадлоба. Лер, держи камерку. Я думаю, мы выйдем. На палочку будем бежать, на палочку. Немножко вот на палочку, четко, вот на мальчик, на девочку, грубо говоря, да? Нет, ты мне купол поставь, и все. Не. Вот именно когда дашь камеру. Ага, все. Поставим. Дальше мы сами. Я веду на палочку, направо или налево? Сейчас тебя выставлю, не волнуйся. Да. У нас есть одна палочка, угу. Видишь? Да. Мы бежим между ними, да. Одна и вторая. Вот где девочка сейчас едет, вот четко. Поняла, да? Все? Да. Услышала. Окей, раз, два, три. Давай, погнали. Давай. Мадлоба. Мадлоба. Красота. Ну что, Лер, да? Да. У Леры день рождения? День рождения, Лерочка. Вот так мы пролетаем. Как птички. Замечательно. Лер четвертый раз летит уже. День рождения. Ну вообще, молодец. Сейчас я делаю пару фотографий.